Привет! Сегодня у нас обзор, экспресс-обзор с максимальными деталями, насколько возможно в моих обстоятельствах, потому что получил смартфон, и его нужно быстро отправить заказчице. Смартфон Dugi N20. Смартфон этого года от бренда Dugi и интересная модель по цене и своим параметрам. 4,64, мощный аккумулятор 4350 мА. По цене на сегодняшний день он доступен в магазине AliExpress в районе $95, но мне удалось его купить за $72. И здесь на сайте сообщается, что с 10 по 11 августа можно также было купить его за $90. Я покупал с гарантией, поэтому цена очень вкусная. Отдельно я прикупил кожаный чехол-книжку, в котором уже есть собственный силиконовый чехол из черного цвета, соответствующий всем параметрам по отверстиям. Но в комплектации у нашей модели Dugi N20 нет силиконового чехла в комплекте из упаковки. В комплекте мы получаем кабель для зарядки, блок питания 5 вольт 2 ампера и скрепка-ключ для извлечения лотка с сим-картами. Почему я говорю скрепка-ключ? Потому что с одной стороны игла, а с противоположной стороны небольшой крючок. Для того, чтобы после того, как мы извлекли лоток с сим-картами, подтянуть его будто бы как жаровню из духовки. В комплекте также есть инструкция и гарантийный талон. Возможно, камера не отображает весь цвет, но это пурпурный цвет у данной модели. Есть еще несколько вариантов цветов, а именно черный и синий или голубой. На цену это никак не влияет и модификаций других не существует, только 4,64. На задней части крышки была наклеена транспортировочная пленка с серийным номером. Сверху наклеена также защитная пленка, которая защищает пленку на экран. Сверху у экрана стекло, каплевидный экран, края у экрана закругленные, низ чуть больше, чем верх, и над камерой в экране, не на срезе, находится динамик под сеткой. Также располагаются там и датчики для того, чтобы определить, ну вот виднеется здесь, датчик приближения, датчик освещения. Смартфон не маленький, но в моей руке он чувствует себя хорошо. Сегодня такими размерами никого не удивишь. Диагональ экрана 6,3 дюйма. Экран яркий и сочный. Это его максимальная яркость. Очень достаточно яркая. С не холодящим оттенком, а более теплым. Хотя есть настройка ночного режима, активируя который экран становится желтым. Давайте продемонстрирую минимальную яркость. Она слабоватая. То есть еще бы прикрутить бы на 15% и было бы хорошо, но как есть. Сенсорных кнопок нет, они находятся на экране. В настройках экрана можно спрятать место, где выступает капелька камеры. Нажимаем здесь на этот тумблер, активируем его, и строка у нас стала черной. Там очень красиво показана на черном фоне белым цветом вся информация, все значки и уведомления. И капля нам в глаза не бросается. Это для тех, кому она действительно мешает. Также в настройках есть навигация нижними кнопками. И можно поменять расположение. Можно добавить дополнительное меню. И можно даже установить, чтобы скрывались эти кнопки. Управления жестами в этой модели нет. Корпус у смартфона выполнен, конечно же, из пластика. Но не лишили эту модель сканера отпечатка пальцев, который срабатывает отлично. Внутри он из матового покрытия выполнен, и на нем не остаются отпечатки пальцев. Корпус выполнен по принципу закругленных краев. Видно этот изгиб здесь по бокам. Края тоже закругленные. Модуль камеры слегка выпирает, но чехол, который мы приобрели отдельно, справляется со своей задачей, защищает этот модуль. Внутри располагается несколько камер, и дальше мы поговорим о их параметрах. Внизу вспышка, вспышка яркая, но если заряд 15 и ниже, то она не включается. Хоть в камере, хоть по принципу фонаря. Не разрешает, потому что выскакивает уведомление, что у вас осталось мало заряда. Я такие ограничения не люблю. Поэтому, чтобы мне продемонстрировать вам сейчас вспышку, нужно подзарядить до 16 хотя бы процентов, и после этого она будет работать. По поводу заряда, почему именно так сейчас показывает, я вам дальше объясню. Итак, включаем фонарик. Светит ярко, слегка теплым оттенком. Зарядился он до 20% за 4 минуты от 16. Я думаю, это очень неплохо. И касательно аккумулятора дальше поделюсь своими впечатлениями и наблюдениями. У смартфона сбоку располагается кнопка питания и кнопка громкости. Есть небольшой люфт, когда вот так делаешь. Лоток с сим-картами у нас комбинированный. Либо две нано-сим-карты, либо сим-карта и карта памяти. Карту памяти поддерживают до 256 гигабайт. Но встроенных здесь 64, из них доступно 52 в памяти. Если подключить к компьютеру, показывает именно столько места. Если держать смартфон экраном к себе, то сверху располагается
С левой стороны гнездо 3,5 для наушников. Никаких больше вторых микрофонов здесь нет. Микрофон здесь один, и находится он здесь. А с этой стороны находится монодинамик. Внутри находится гнездо для зарядки. Micro-USB, к сожалению, не USB Type-C. Этот смартфон поддерживает подключение через micro-USB вход вот таких вот переходников. То есть OTG поддержка здесь есть. Я сейчас подключил флешку, а в шторке показано, что USB накопитель не поддерживается, потому что флешку нужно отформатировать. Также можно подключить и мышку с клавиатурой. Тест Antutu показал 104 738. Развернутые показатели у вас перед лицом. Пройдемся по характеристикам. Дуги N20, устройство N20, процессор MTK6763, Android установлен 9, процессор MTK6763 или же Helio P23, работает в паре с графикой Mali G71MP2, разрешение экрана 1080 на 2280. Если здесь стоит 1080, значит, в YouTube будут показываться видеоролики с форматом 1080, 60 кадров даже. Давайте переключим на этот формат и посмотрим, нет ли каких-то подвисаний. Потому что знаю, что есть смартфоны, которые могут показывать это разрешение, но очень сильно подвисают. В данном случае я не вижу никаких подвисаний. Работает все корректно и очень четкая картинка. Также можно раздвинуть поля, и будет на весь экран. Задняя основная камера на 16 мегапикселей, две вспомогательные 8,8. При этом здесь еще есть широкоугольный объектив и второй, который вроде бы как помогает для съемок в боке, но это псевдобоке, то есть он не настоящий. Нету такого, чтобы он действительно размывал все. Он просто делает такой круг размытия вокруг вас, не в зависимости от того, на каком расстоянии находится объект. В общем, широкоугольный плюс. Камера на 16 отлично, снимает в 1080 тоже хорошо, но до эффекта боке не дотянуло. Кстати, первый смартфон, который я получил из Китая, который действительно работает с эффектом боке отлично наравне с другими брендами, это был Oukitel Y4800 Pro. Смотрите здесь обзор на эту модельку. У нее там и 6 оперативки, и 128 встроенных, и очень хорошие вкусные параметры, и тем более вкусная цена. Посмотрите, если искали что-то помощнее, чем этот смартфон. Камера снимает 30 кадров FPS и максимальная ISO 3200, что допустимо. Апертура f2.0. Передняя камера на 16 мегапикселей, также снимает в 1080. Диапазон ISO заявлен 6400, но я сомневаюсь. Бывает, что здесь явные ошибки, поэтому 3200... как та, так и та, 100% поддерживают. Написано, что поддерживается стабилизация видео, но тесты вы сами увидите, как эта стабилизация работает. Helio P23 это процессор 8-ядерный с максимальной частотой 2002 МГц. 16-нанометровый техпроцесс. Ну и, собственно, справляется неплохо с многими задачами. Покажу дальше, как работает этот смартфон в играх. Плотность пикселей у данного экрана 480 dpi. А проведя тест мультитача, я думал, что он на 10 касаний, а он с трудом сработал на 4 касания. Я не знаю, с чем это связано, потому что бывает, что перехватывает управление по касанию другие программы, например, та же Antutu Benchmark, но оставим как есть. Напишите в комментариях вы, если вы уже владелец, насколько, проведя тест, поддерживает смартфон Dugi N20 по касанию экран у вас. Пришло время поговорить об аккумуляторе. Аккумулятор здесь 4350. Тесты через USB тестер мне не удалось провести просто из-за отсутствия свободного времени. Но могу вас заверить, что даже если здесь добрых своих 4000 он держит, то держать он будет несколько дней в режиме активного пользования. Я имею в виду звонки, серфинг в интернете, пару видеороликов, то 2 дня точно он будет держать. Если же, конечно, вы любитель поиграть или просто посмотреть видео, то думаю, что на 8-9 часов вам этого смартфона, так сказать, вот сели и играете, то 100% хватит. Данный смартфон поддерживает 2 вида связи Wi-Fi, 2,4 и 5 ГГц, также Bluetooth 4.2, NFC нет, поддерживает 2 вида спутников GPS и GLONASS, и несмотря на то, что я нахожусь в частном доме и на улице пасмурная погода, он ловит сейчас очень много спутников, 15 спутников, поэтому служить как хороший помощник в навигации или же показывать геолокацию, даже вот уже 16, справится без проблем. Компаса в нем нет, но по датчикам это еще не все. Он имеет акселерометр от МТК, датчик освещенности также от МТК, датчик приближения, и больше никаких датчиков нет. Устанавливаем максимальную громкость и тестируем звук.
Звук по пятибалльной системе по громкости, как по мне, на 4, потому что знаю, что есть смартфоны и погромче, но звук все равно нормальный. По каким-то параметрам звуковым, то есть и басы, средние, и высокие. Звук мне нравится. Смартфон работает шустро, претензий к нему никаких нет. Давайте запустим игру Асфальт 9 на максимальных настройках. Пока я настраивал и тестировал игру Асфальт, могу сделать сразу заключение. Смартфон не игровой, потому что обычно Асфальт запускается на хороших смартфонах быстро. Здесь же нужно ждать, ну, около минуты, а то и более. Вроде бы немного, но на самом деле это затяжно. Все выглядит. Сейчас на максимальных настройках игра. Звук на максимум. Поехали. Качество хорошее, но вижу небольшие лаги. Поэтому на максималках этот смартфон не подходит в игры. Разве что вам хочется красивую графику, но готовы терпеть определенные фризы. Сложные игры, возможно, и потянет, но... Ведь Асфальт тоже достаточно сложная игра. Но... По графике я имею в виду. Но... На минималках будет тянуть любую игру. При этом смартфон не греется во время игры. Открыв камеру, покажу, что у камеры есть интеллектуальный режим, который определяет человек или какой-то объект, подстраивается. Также есть режим съемка с улыбкой. Если вы улыбаетесь в кадре или того, кого фотографируете, автоматически делается снимок. Включается широкоугольный здесь. Ну вот, приведу вам пример. Сейчас обычный. Включаю широкоугольный, оп, и здесь гораздо шире все показано. Переходя в режим камера, нас приветствует сразу режим видео, потом фото, потом красота и эффект боке. Возвращаемся на видео. Сверху в настройках у нас есть параметр сменить на качество 1080, 720 и вернулись на 1080. В настройках камеры все идентично будет, как и в режиме фото. Путь к хранилищу, разрешение камеры, это имеется в виду фотографии, выбираем 16 мегапикселей, звук затвора, геолокация, яркость экрана, функции клавиши громкости, распознавание лиц, отображать сведения о лице, сохранять фото для функции распознавания, то есть сделать красивее, камера сохраняет снимками с лицом, где добавила этот эффект. Настройки видео выражены вот в этом пункте. Скорость передачи в битах. Восстанавливаем высокое подавление мерцания и есть нулевое время задержки затвора. Это активен режим для фотоснимка. Возвращаемся назад, выбираем фото. В режиме фото у нас есть интеллектуальный режим, в котором определяется, что за объект, и даже неплохо справляется с каким-то эффектом боке. Снимок и готово. Еще раз. Готово. Теперь отключаем интеллектуальный режим, выбираем режим внизу, вот обратите внимание, задействован второй модуль, широкоугольный. Сейчас на примере вот этих двух дверей покажу вам, как этот широкоугольный объектив работает. Включаю его, и с этого же места у нас совсем другой ракурс. Четко, здесь фокуса нет, он как на экшн-камере работает, но интересно, что сразу захватывает даже ноги. В этом режиме, если переключиться назад, то не снимает ноги. То есть ширик, он и есть ширик. Но съемка забавная. Посмотрите, как четко все снимает. Поднастроим сейчас. С места вот вращаюсь. И съемка широкоугольного, очень большой захват. Рука как будто не моя, длиннющая такая. Посмотрите, как будто какого-то резинового человека. Отключаю, и уже не так. Интересно, что в режиме
видео широкоугольным пользоваться нельзя. В режиме красота есть много пунктов. Вот поднимаем, и здесь можно настроить степень обработки лица. Ну а в боке все очень мутно, смутно-мутно. Ну вот видим, здесь есть диафрагма. Коснитесь, выберите объект съемки. Ну, допустим, давайте, пусть это будет моя рука. Сфокусировалась. Пальцы, особенно в области ногтей, видите, не совсем все четко видно, только в центре. Нажимаем, идет обработка. И после этого снимок точно такой же. В центре четкий, ну как четкий, относительно. А по бокам очень размытый. То есть это не настоящий эффект боке. Поэтому грош ему цена. Собственно, и все настройки камеры. Передняя точно так же работает. Справляется со своей задачей хорошо. Единственное, что давайте покажу вам в режиме передней камеры фото. Делаем. И есть тоже эффект интеллектуальной камеры. Включаем его. Улыбаемся. И два этих снимка сейчас посмотрим, изменилось ли что-то в этом режиме. Первый, здесь обработало лицо конкретно, а во втором такое, как есть. Поэтому, включая интеллектуальный режим, у нас срабатывает обработка лица напильником. Вот так вот, друзья. Возвращаемся в студию. Давайте еще оденем его в чехол и будем подводить итоги. Он здесь сидит хорошо, черный цвет смотрится отлично, соответствует всем своим отверстиям. Закрыл, магнит. С обратной стороны магнита здесь нет. Модуль действительно защищен, до сканера уже особо не добраться, поэтому лучше использовать разблокировку по лицу, о которой я забыл упомянуть, она здесь есть. Посмотрите, включаю, разблокировался. Но это все происходит очень медленно. Вот так. Этот смартфон составляет таким бюджетным смартфоном от брендированных современных Xiaomi и других с такими параметрами, как 2.32, например. То здесь у нас действительно за те же деньги можно купить еще мощнее по аккумулятору и еще мощнее по оперативке и встроенной памяти. Поэтому вам осталось посмотреть тесты фото и видео как дневной, так и ночной съемки. Я рад с вами был поделиться этими тестами, с вас лайк и подпишитесь, если вы еще не наш постоянный зритель, потому что каждую неделю по 3 ролика минимум выходит во вторник, четверг и субботу в 8:30 вечера. Спасибо, до встречи. Тесты фото и видео. Тестируем камеру на дуге N20, Full HD, пройдемся. Есть ли стабилизация? Пишу с рук, слегка подвешено. Можно во время съемки видео поставить паузу. Качество звука среднее, не совсем нравится. Цветопередача. Ну, с автофокусом давайте посмотрим. С автофокусом хорошо справляется. Травка зеленеет, солнышко блестит. Небо красивое. Это задняя камера Full HD. Теперь тесты передней камеры. Передняя камера 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Тоже снимает 1080, 30 кадров. Ну, относительно средний такой вариант. И задняя снимает на 1080, и передняя. Поэтому для съемок на переднюю камеру тоже подходит. Качество звука, конечно же, не поменяется. Микрофон все тот же. 1, 2, 3, 4, 5. Ну что ж, полная тьма. Виднеются два огонька в окне. Открываем. Включается датчик ночного видения. Фокус. Ну, на лампе он, конечно, не сделается. Здесь я. Привет, привет. И ночная съемка. Виднеется уже виноград. Конечно, слегка плывет. Фокус. Вспышку можно включить сразу во время съемки. Качество настраивается и хорошее. Выключаем. Производим съемку. Тут Валюшечка. Привет. И, ну, для такого бюджетника, будем говорить так, с такими параметрами, достаточно неплохие параметры и показатели. Теперь передняя камера, а потом фото. Передняя камера. Есть шум, но если выходим на свет, то шум пропадает. Так что, думаю, неплохо. Я слегка не брит, но дома выходной. Это ночная съемка передней камеры на дуге N20. Теперь тестовые фотографии.